Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Неожиданное решение королевы больно ударило по матери. Наташа Королева призналась, что родительнице не сразу понравился избранник дочери. В передаче «Звезды сошлись» на НТВ гостями стали Наташа Королева и ее мать Людмила Порывай. Певица рассказала о первой реакции матери на возлюбленного. По ее словам, она расстроилась из-за того, что Сергей Глушко – стриптизер. Однако сейчас Наташа Королева не осуждает Людмилу за такое мнение. До Сергея артистка была замужем за музыкантом Игорем Николаевым, который очень нравился матери. «Быть тещей влиятельного композитора гораздо солиднее и приятнее, чем страстного танцора», – забавно отметила Королева. «Ты пошла на понижение, была тещей великого композитора, а стала известного стриптизера. Для тебя это был удар», – призналась певица. Также Наташа Королева уверила Людмилу Порывай, что она еще будет гордиться зятем. Новое увлечение Сергея Глушко – это живопись. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Работает он, по мнению жены, усердно и беспрестанно. К слову, одну из своих картин он вручил супруге на день рождения. «У тебя зять будет великим художником. Ты доживешь до его первой выставки, если он такими темпами будет писать портреты», – заявила звезда. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.